С вами канал сегодня Хуй в руль. И мы начинаем. Это передача Хуй в руль. И мы начинаем. Погнали. Погнали. Здравствуйте, дорогие друзья. Канал технолога. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Поехали. Сегодня у нас небольшой сбор по замеру скорости. Просто вот собрались. Кончики. Пару брекзостей. На полуслика. Как владелец говорит, стоп. Там есть BMW. Пакете в кузове G30. Она у нас 530D. Заводские характеристики 5,4 до сотни. Пушка Turbo Niva. Страшный слон оффроудеров. И еще некоторые автомобили. Ну а здесь из говна и палок Toyota Starlet. Так, пока собираемся, у нас тут еще вновь прибывший Павел на своем очень быстром автомобиле. Пару слов, Павел. Пару слов туда-сюда сделай тоже всем. Здравствуйте. Всем привет, хорошего дня, гонок, времени, там, ни поломок, так далее. Сегодня готовы лучше свое время? Нет. Настройщики, они такие. Заезд, Mitsubishi Evolution против Toyota. Подтягиваются машины. Так. Опять говной палки победили. Три корпуса Starlet побеждает. Вот это оказалось быстрее, чем вот это. Следующий заезд. Это у нас Subaru VRX ST. Под управлением Вити, на механике, с четким переключением. И поедет она против Toyota Starlet, белой звездочки, под управлением Сережи. Starlet из говна и палок, валит 4,7. Ну что, все, все готовы, Витя поднимает обороты, Сережа поднимает. Starlet победила один корпус. Вот он, победитель. Вот мы видим Слава, а вот Паша сидит. Так, так. Зарывается. Зарывается старенькая BMW сразу же. Выдвигаемся. Ай, настигает. Настигает, сучка. Он прошел нас корпус. Вот. Надо с ланча стартовать. Вообще прям реально перезаезд. Надо с ланча стартовать. Сланчи. Так, ну у него задний привод, ему тяжело стартовать всегда. Вот это я не ожидал. Я думал, мы спокойно просто с автохолда поехали. Хрен. Так, второй заезд уже без меня. BMW против BMW. Теперь Слава уже едет на все деньги. Прямо за последние 50 метров догнала у нас старенькая бэха и прошла. Три корпуса новая BMW выиграла. Все, вы сами слышите. Теперь с лаунча все нормально, три корпуса новая бэха побеждает. Самый роковой шип будет. Ох, ё-моё, не, я больше не буду сзади стоять. Да-да-да. Прилетит, мало не покажет. Шипованный резин. Да главное, чтобы в глаз не прилетел, ладно, в лоб. Сразу убьет.
Откуда начинать будете? Да нет, ну, нет, 20 смотри, надо. Не, не с 20. Смотри, старт ловим. Вот мы стартуем. А. Надо, короче, кого-то поставить, откуда мы стартуем. Да. Я буду подстраивать обороты, ты подстраиваешься тоже. Так. И все, как фини, подъезжаем к старту, мы с тобой. Где, давай, скажите, я буду стоять, давай, от меня давай, и будете стартовать. Вот, да, где старт, старт обычно. А, где старт обычно, да? Да, там, там черта и финиш стоит, Никита. Да, 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 да. Все. Следующий заезд, Турбо Нива едет у нас против белого Старлет. Они едут у нас с ходом примерно с 20 км в час. Ну, соответственно, мы будем стоять на старте, и с этого места будет у них полноценный заезд. Все, начинается заезд ходом. Нет, да, больше, конечно, 20 км в час. Примерно до 40, наверное, разгонится. Два. Мне показалось, даже больше, наверное, было корпусов. Сразу отпускаем двигатель после напряженного заезда. Не вовоз, а спиртовоз. Следующий заезд. BMW X5M против Turbo Нивы. Красивое облако. Ну что, BMW против Нивы. Все, начинают заезд ходом. Так, ну я вижу, примерно 40 они едут. Они едут. Приняли три корпуса, победа. Победа BMW. Но мне показалось, если честно, что он чуть-чуть раньше на BMW поехал. Он позже нажал. Или ты раньше, или он позже? Вадим, ты что, позже нажал? Ну, понятно. Ну что, второй заезд ходом. Turbo Niva по правой дорожке и по левой дорожке X5M. Хороший ход набирают. Уходит. Корпус, наверное, два. Он долго близко держался. Два корпуса, X5M выиграл. Приняли. Это специальное место для шашлыков. Миша, не ругайся. Это такой легкий юмор. X5 против Эволюшена. О! X5M за счет этого сразу же смогла выстрелить. Эволюшен, победа за них. Не, ну надо перезаезд однозначно, что-то уснул прям. Ну так они дальше, он хорошо идет. Близко держится. Ну. Два корпуса. Давай, второй заезд. Вот это плотная борьба. Белая битва. Че, не будет третьего заезда? Да тут так все понятно. Да, одинаково. Эва говорит, не едет.